В этой студии в компании компетентных специалистов мы говорим об экологических проблемах и возможных вариантах их решения. Говорим об экологическом образовании и о том, что касается каждого. Итак, мы начинаем. Что ж, я с удовольствием представлю гостей в студии. Сегодня это начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Ткачев. Вадим Эдуардович, рад видеть. Здравствуйте, Александр. И заведующий отделением Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Сергей Кравченко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Александр. Так, уважаемые гости, рад видеть в студии областного телевидения. Сегодня вместе с вами мы говорим о воде, без которой, как известно, никуда. Говорим о водных ресурсах и о качестве воды. Вадим Эдуардович, наверное, со мной согласитесь, не зря Гомельскую область называют синеоким краем. Расскажите, насколько богата наша земля на водные ресурсы? Да, действительно, Гомельская область – это одна из богатейших областей республики по водным запасам. Более 60% всех водных ресурсов республики сосредоточены именно в Гомельской области. Я вот смотрю на эту красоту, которая прямо сейчас на нашем экране, и думаю о том, что мы ведь постоянно, видя эти красоты, зачастую не думаем о том, каким богатством обладаем. Да, действительно, богатство у нас большое. Более 450 озер, 250 рек на территории Гомельской области. Даже на территории Гомеля протекает река Сож. На протяжении 20 километров только по Гомелю составляет... Вот это масштаб. Это масштаб. 85 озер и водных объектов только в Гомеле. Вадим Эдуардович, если говорить о водных бассейнах, рекордсменах, что бы поставили в пример? Ну, конечно. Это Днепровский бассейн, это Днепр, это Припять. Это самые полноводные, самые богатые в Белоруссии реки. Эти реки, как минимум, пересекают полностью Гомельскую область, ну и двигаются дальше. Конечно. Река Днепр – это трансграничная река. Она берет свое начало в России, пересекает Могилевскую, Гомельскую область, подпитывается такими притоками, как Сож, Березина, Припять и идет на территорию Украины. Из-за малоснежной зимы и засушливого лета наши водоемы серьезно обмелели. Как повлияло это на состояние экосистем? Данные природные явления наблюдались и раньше, и в прошлом веке, и в позапрошлом. История Днепра знает много таких случаев. Экосистемы могут адаптироваться, это достаточно гибкий механизм, который способен пережить такие. Больше, конечно, нас беспокоит, как экологов, это влияние антропогенного, то есть человека, на водные объекты. А как повлияла эта ситуация, засуха и обмеление водных бассейнов на качество воды? Могу сказать, что, несомненно, засуха влияние оказала, это бесспорно, но четко дать оценку, особенно и количественно, этому влиянию пока, к сожалению, пока дать невозможно. Приведу пример. Количество нестандартных, количество несоответствующих проб, которое было выявлено в этом году в местах купания нашего населения по Гомельской области, оно практически равно тому же количеству, что и в 2014 году. Как ни странно, да, казалось бы, странно, что да. Вот обмеление, это, наверное, визуально, конечно же, для населения, я думаю, что оценка воды, которая гораздо стала меньше, то есть она свое влияние оказала. Но с другой стороны, все-таки выросло количество водоемов, по которым выносились госсанадзором ограничительные цели иные меры, оно возросло. Кстати, если заговорили уж о качестве воды, Сергей Владимирович, как понимаю, контроль за качеством воды в нашем регионе осуществляет Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, не так ли? Да, Александр, вы правы. Тут поле деятельности довольно большое. В первую очередь, это, конечно же, главное направление нашей работы. Это хозпитьевое водоснабжение, хозяйственно-питьевые нужды нашего населения должны быть обеспечены. Не остается в стороне, естественно, и качество и безопасность воды в местах сброса различных предприятий, черта населенных пунктов городов, особенно те места, где осуществляется купание населения. Говоря о воде, естественно, необходимой стороной и бассейны, где население проводит достаточное количество времени плавательное, а также отдельным таким направлением хотел бы выделить контроль нашей службы за реализацией на потребительском рынке различных систем водоподготовки, материалов, которые используются в питьевом водоснабжении. Кроме того, что санитарные службы следят за качеством воды на сбросах предприятий промышленных, эти сбросы и качество их очистки, эффективность их очистки находятся под постоянным контролем и аналитической службы Минприроды.
Республиканским центром аналитического контроля ежеквартально отбираются пробы. Не только на выпуске, но и качество воды выше этого выпуска и ниже. В принципе, ситуация достаточно стабильная. В общем, жителям области можно быть за качество воды спокойными. Что ж, а далее в эфире наша традиционная рубрика «Три вопроса экологу». В очередной раз слово нашим зрителям. Итак, внимание на экран. Вопрос номер один. Я пью воду из крана, и я думаю, то, что она чистая, ну, в Гомеле. Мне вот интересно ваше мнение, чистая она или нет? Спасибо за вопрос. Частично к этой теме мы уже подходили с вами, Сергей Владимирович. Я абсолютно согласен с этим утверждением, которое прозвучало. В любом районе нашего города, областного центра, вода соответствует гигиеническим нормативам, как и в других населенных пунктах Гомельской области. Ее можно пить, то есть не подвергая термической обработке, допустим, да? Конечно, ее можно употреблять без любой дополнительной обработки. В этом плане, конечно, индивидуальные предпочтения у каждого свои. Никто не мешает поставить какой-то дополнительный фильтр, который позволит улучшить именно вкусовые свойства этой воды. Но даже без фильтров вода безопасна? Абсолютно верно. Хорошо, а вот, ну, быть может, это мое мнение, и все же, ну, может быть, какие-то ваши короткие комментарии. Вот даже самую чистую воду, если пропустить как минимум по пятиэтажному дому, по старым трубам, неужели ее качество не ухудшится? Естественно, качество воды, ее состав солевой изменится. Если говорить об ухудшении, то мы имеем определенные пределы показателей. То состояние труб и тот километраж, который вода проходит по нашим трубам, не приводит к тому, что у конечного потребителя, у нашего уважаемого, в том числе этого зрителя, качество воды превышает какие-то другие нормативы. То есть понятно, что оно изменяется по отношению к воде, которая у нас имеется на водозаборе, но это все в рамках дозволенного. Сегодня многие службы советуют ставить фильтры, очистные фильтры поквартирно. Для многих это, наверное, всего лишь бизнес, не так ли? Вы правы, Александр, это однозначно бизнес, ниша довольно большая. И людям в этом плане надо быть действительно осторожными. Нужно быть неосторожным, но нужно четко себе представлять, что мы хотим получить от этой фильтрующей системы. Конечно, фильтровать и обрабатывать воду можно до бесконечности, но чем больше мы будем это делать, тем больше приближаться к дистиллированной воде. Что, наверное, не обязательно в этом смысл. Да. Я, например, лично, как специалист и как потребитель той же воды, не вижу в этом никакой необходимости. Скажу больше. Вот по этому вопросу моя коллега работает в моем отделении, тоже занимается контролем воды, она тоже придерживается такой позиции, принципиально пьет воду из-под крана без дополнительной обработки. Спасибо большое за компетентный ответ. Итак, вопрос номер два. Периодически вижу, как люди моют свое авто возле реки, возле водоема. Возникает вопрос, наказуемо ли это? Спасибо за вопрос. И тоже, наверное, актуально. Да, я тоже хочу сказать спасибо за вопрос. Этот вопрос часто поступает в той или иной форме на горячую линию, на зеленый телефон, так называемый, облкомитета. И мы часто сталкиваемся с ситуацией именно нарушения законодательства по мойке транспортных средств. Для многих это всего лишь привычка, да, и удобство какое-то. Но, наверное, нужно понимать и другую сторону. Конечно. Законом Республики Беларусь, Водным кодексом, определено 53-54 статьями этого документа, что мойка транспортных средств в водоохранной зоне водных объектов запрещена. Сейчас в новом кодексе определено, что ближе 30 метров от береговой линии стоянка транспортных средств запрещена. Это частое нарушение, и много вопросов возникает. Как подъехать тому же рыбаку, чтобы выгрузить свое транспортное средство? Тут вопросов нет. Ограничена только стоянка. То есть может любой человек подъехать, выгрузить свои снасти, выгрузить свой инвентарь для отдыха, отогнать транспортное средство, если нет стоянки оборудованной, на положенное расстояние, и продолжать отдых. Спасибо за ответ. Ну а у нас на очереди вопрос номер три. Внимание на экран. Скажите, пожалуйста, правда ли, что холодная вода в кране чище, чем горячая? А вот еще один вопрос, наверное, это в адрес эпидемиологов все-таки. Эта вода разная, но сказать, что она чище, и та, и другая вода соответствуют одним и тем же санитарным требованиям. То есть это миф все-таки, да, о том, что, например, фрукты и овощи нужно мыть только холодной, потому что она чище. Смысл горячей воды – это до определенного этапа, это холодная вода, которая разведена по разным трубам, и
перед входом в дом ее подогревают без какого-либо контакта с теплоносителем. Поэтому те изменения, которые в ней происходят, они связаны именно с температурой и все-таки с состоянием трубопровода, с тем небольшим, которое происходит. В общем, можно быть спокойным в этом плане. Спасибо большое за ответы, а мы двигаемся дальше. Какие источники водоснабжения сегодня вызывают у эпидемиологов наибольшее беспокойство? Это однозначно на сегодняшний день колодцы, как шахтные, так и трубчатые. Как говорилось ранее, не используются в практике питьевого водоснабжения в Гомельской области поверхностные водозаборы, поэтому единственные такие ненадежные источники остались – это колодцы. Сергей Владимирович, причем, как понимаю, наверное, основа в этом вопросе – это как раз-таки колодцы в небольших населенных пунктах, которые были построены там, 50-80 лет назад. Совершенно верно. Здесь может быть даже не столько важно расстояние, сколько отсутствие другого источника водоснабжения. То есть если в деревне есть колодец и водопровод, это одна ситуация. То есть там можно пользоваться и тем, и другим. Если же отсутствует любой другой источник водоснабжения, то это, конечно, может превратиться в проблему. Вадим Эдуардович, а вот еще одна проблема – вода с высоким содержанием железа. Насколько этот вопрос актуален для нашего региона и как удается менять положение? Действительно, высокое содержание железа характерно для нашего региона, потому что мы расположены большей частью в Полесской низменности. То есть все болотистая местность. Да. Именно вот этот вот иногда красноватый цвет воды, это он обусловлен содержанием растворенного железа двухвалентного и характерен для всех, говорится, наших областей. Это и Мозырский район. Это Петриковский, Жидковичский. Ну и, конечно, вся пойма Днепра и Припяти в естественных условиях имеет высокие фоновые концентрации. Даже в нормативном документе, который устанавливает требования по качеству воды по всем показателям, этот показатель железа выведен отдельной строкой. И для каждого водного бассейна он установлен свой. Перед подачей для населения, для промышленности проходит определенное удаление... Очистка от содержания железа. В природной же среде такая очистка не надо. Уже давно природная среда за многие тысячелетия приспособилась данному природному фону. Это естественно. В 2010 году в Гомеле был построен водозабор Ипуть. Хватает ли сегодня его мощностей для постоянно развивающегося областного центра? Да, в 2010 году построен, в 2011 уже полностью введен этот в эксплуатацию водозабор и переведен в город Гомель на обеспечение водой, подземной водой в полном объеме. Кроме водозабора Ипуть, еще в Гомеле действует 6 водозаборов, которые полностью обеспечивают водой население. Все водозаборы проектируются так, что работают не на все скважины. Да, на перспективу и на какие-то непредвиденные аварийные ситуации. То есть водозаборы Ипуть 10 скважин. Работает чуть больше половины. Все скважины глубиной 100 метров, где обеспеченность водой достаточно гарантированная. Если какая-то скважина по каким-то причинам должна, ее всегда заменяет другая скважина. Хорошо, поговорим далее о контрольной деятельности экологов, без которой, к сожалению, никуда. Какие проступки гомельчан чаще всего оказываются в центре внимания специалистов? Если говорить именно о проступках физических лиц, то есть населения, то основным проступком является это, конечно же, стоянка транспортных средств вблизи водоема. То, о чем говорили выше. Да, то, что говорили выше. И, к сожалению, более 300 случаев ежегодно фиксируется. Хотя тенденция ежегодно, конечно, идет к уменьшению. Если в прошлом году за этот период более 500 граждан было привлечено к административной ответственности за это нарушение, то в этом году это только 30. В основной контроль экологов сосредоточен на предприятиях по недопущению загрязнения водных объектов, по рациональному использованию природных ресурсов, какими являются подземные воды. Это учет воды, это контроль за качеством на выпусках. За эти нарушения ежегодно составляется более 1000 административных протоколов на предприятия, как на юрлица, на физические лица, на должностные. Экономите ли вы воду, и если да, то как? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Внимание на экран. Экономите ли вы воду, если да, то как? Ой, знаете, здесь вода, по-моему, стоит очень дешево. Я ее не экономлю. Но мать у меня 60 лет, и она постоянно экономит, постоянно. Я целый день нахожусь на работе. Мне абсолютно не нужна вода. По крайней мере, если я, например, чищу зубы, то я наливаю в отдельный стаканчик, а не на
ход вода у меня идет. Ну и, пожалуй, все. А все остальное посуду мою под проточной водой. Экономите ли вы воду? Если да, то как? Нет, у меня большая семья, и поэтому воду я никак не могу ее экономить. Нет смысла вообще. Да, сейчас к этому всему отношусь бережно и перекрываю, закрываю. Раньше на дачу уезжала, я не думала об этом. Где-то вот капала тоже. То есть и даже, ну я одна живу, мне проще экономить, потому что я сама себя всегда контролирую. Ну, конечно, экономию я тоже это смотрю. Вот даже бриться можно. Можно открыть воду и покудово это намажешься, все, а вода бежит и бежит. Вот тоже я раз и меньше делаю. Ну, стараемся экономить, когда не пользуемся, перерывы между, чтобы вода не текла, закрываем кран, конечно. Стараемся и детей учим. Что ж, это были мнения гомельчан, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Да, экономия воды вообще это очень интересный вопрос, и экологами уделяется большое внимание этому направлению. Но судя по тому, что люди говорят, и что в основном все хоть как-то, но стараются экономить по-своему где-то, может быть, и не совсем правильно, ну, да, по мнению специалистов, наверное, говорит это о том, что работа экологов в нужном направлении. Да, видно, многие люди говорят именно те принципы и те методы экономии, которые рекомендуются в мировой печати, в том числе и нами. В прошлом году на нужды населения в среднем ежесуточно по Гомельской области использовалось 126 литров воды на одного человека. 5 лет назад эта цифра была за 150 литров на одного человека. То есть тут видно четко, что экономия дает какой-то результат. И это приятно. Я думаю, что значимый результат. А вы знаете, мне все-таки запало в голове первое мнение, где человек говорит, ну здесь же вода дешево стоит, зачем ее экономить? Интересно, конечно, было послушать вот эти мнения. И радуюсь, что те цифры, которые назвал Вадим Эдуардович, они подтверждаются вот и вашим соцопросом. А мы узнали, как экономят воду гомельчане. А вот интересно, как относятся, насколько рачительно к водным ресурсам на предприятиях. Ведь там объемы потребления значительно выше? Да, конечно, Александр, я согласен. На предприятиях уровень использования воды, конечно, намного выше. Многие производства требуют больших затрат. Те же нефтеперерабатывающие предприятия. У них экономия основная идет за счет того, что у них работает система оборотно-повторного водоснабжения. Охлаждение всех их процессов идет не чистой водой из реки, а водой, которая используется в родирнях. То есть это повторное использование одной и той же воды? Это одна и та же вода, очистка постоянно используется. Тоже БМЗ, крупное предприятие, значимое для Беларуси. Она использует повторно воду, которую они собрали от ленивых стоков предприятия. Они ее пускают на производственные процессы. Экономия в целом составляет по всем предприятиям 95% воды, которые могли взять из природных источников, не берется. То есть это ощутимо. Это самое. Хотелось бы сказать про энергетическую промышленность. Все теплоэлектростанции, они осуществляют свою деятельность и требуют охлаждения. В 2013 году введена система оборотного водоснабжения Светлогорской ТЭС. Это позволило существенно снизить забор воды с реки Березина, практически сократив его до минимума. Что ж, спасибо за интересный разговор. У нас остается совсем мало времени в эфире, и у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести свою черту в сегодняшнем разговоре. Сергей Владимирович, вам слово. Надо отметить, что вода – это важный природный ресурс, который, наверное, не каждый из нас до конца понимает всю его ценность и важность. Благо, что наша земля, она обеспечена водой в достаточном количестве. Это наше богатство, как отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Но при этом мы не всегда понимаем, что ее можно использовать не только в питьевых и хозяйственных целях. Это еще и важный фактор оздоровления. Это зоны рекреации, это лечебные процедуры, которыми многие из нас пользуются, посещая оздоровительные учреждения и прочее.
большая часть, большой пласт работы, который выполняется в нашей стране по охране и сохранению этого ресурса, он, к сожалению, не заметен и простому человеку, может быть, и не виден. Поэтому большое спасибо вашей передаче, что она позволяет открыть этот полог, немного завесу тайны и все-таки осветить вот эту сторону работы и служб, и предприятий, ведомств. И большое спасибо за то, что пригласили принять участие в этой передаче. Спасибо вам, Вадим Эдуардович. Хочу продолжить, что природой Белоруссии нам дано такое богатство, как вода. И у нас его много. И надо быть рачительными хозяями, использовать его не расточительно, а только по существу, экономить воду. После... И экономить воду, и заботиться о будущем о будущем. После нас осталась чистая вода, незамусоренные берега, чтобы будущие поколения могли прийти на тот же Сож, Днепр, отдохнуть, и насладиться прекрасными видами, которые мы видели вот и в вашей передаче, и всегда мы можем наблюдать в Беларуси. Спасибо большое за интересный разговор. На этом ставим точку. До встречи.